В Тегеране растет число жертв мощной песчаной бури. В списках погибших уже 5 человек. 30 получили серьезные ранения. Город пожелтел за считанные минуты. Скорость ветра достигала 34 метров в секунду. Сильнейшие потоки воздуха сбивали людей с ног и поднимали их в воздух. Вырывали с корнем деревья и переворачивали автомобили. Местные телеканалы призвали жителей не выходить на улицу. В международном аэропорту отменены несколько рейсов. На юге столицы из-за почти нулевой видимости столкнулись сразу около 2 десятков автомобилей. По предварительным данным, в Тегеране без электричества остались 50 тысяч домов.